Зеленый бабун с красной жопой в голубом цвете. Мир сошел с ума. Ну что, всем огромнейший привет. Сегодня у меня на повестке дня Джин Грин Бабун Ол Том. Сразу передаю большой-большой привет в Мурманск персонально Дмитрию, потому что я продолжаю дербанить его посылку. Все, пробуем, открываем. Кстати, мне интересно, у него здесь стекляшка голубит, или он тоже будет с оттеночком этим? Ну, фонарь, конечно, мне прям в лобаш лупит, но не знаю, короче, пока непонятно. Все, погнали, пить вредно, жить страшно, и все мы там будем. Джин. Вот есть в нем кое-что необычное. Тут вроде бы елки завезли. Неплохо цитрус чувствуется. И есть какая-то такая сладость. Мне чем-то она мед напомнила. Немножко корицы. Еще какие-то специи пробегают. Короче, купаж богатый. По запаху он какой-то такой несколько противностный. Таким отдает цедрой и чем-то недомытым. А по вкусу наоборот, по вкусу все вполне себе интересненько. Яблочко. Накапаю-ка еще. Джины я люблю. Обзоров у меня много на разные. К сожалению, это останется, наверное, загадкой, потому что действительно я не могу сообразить, как цвет здесь меняется или нет. Просто ну, фонарь, ну сами понимаете, ну прямо в лоб. Продолжаем. Вот я думал, что мне показалось. Нет, ни хрена не показалось. Еще чувствуется такая кислинка, причем не лимонная, а нечто другое. Елочка, достаточно такая приятная сладость, специи, ну анис, куда без него, куда же без этого родного-то нашего. Цитрусик чуть-чуть, эфирненький такой немножечко и что-то вот кислит. Бывают такие джинчики попадаются, вот ты пьешь, вроде бы там можжевельничек, все в наличии, но почему-то какой-то гадкий привкус вот недомытой чашки. Вот как-то так. Здесь без этого обошлись. Ну, всем здоровья. И вот в послевкусии, опять же, немножко кислинка и терпко-терпкая горечь. Действительно чем-то отдает и специи, и как будто еловую ветку грызанул. У меня тут из закуски только яблочко и апельсинчик. Я вообще джины не очень люблю закусывать. Мне кажется, какие-то хреновые джины хочется закусить. Так, а теперь давайте смотреть, читать и прочее, и прочее. Что интересно, у данной бутылки я так и не понял, где здесь нормальная этикетка, где ненормальная, потому что здесь можно повернуть вот так. Можно повернуть вот так. И что там, нас встречает, сука, красная жопа. Символично прям. Здесь и тут. Значит, Green Baboon, Old Tom, ну, такой вот, знаете, старый Том. Authentic English Recipe, Gin Natural Ingredients и так далее. Я почитал уже специально. Значит, он, дескать, сделан на рецептуре какой-то невероятно оригинального первого джина из какого-то века, из 18 века. Забегая наперед, я нашел несколько джинов с названием Old Tom, которые тоже вот по этой древней рецептуре были сделаны. И у всех разный состав. Вот такая вот она, древняя рецептура. Видимо, где-то что-то менялось, поменялось. Разные прочтения, новые трактовки, каверы. Так, что у нас здесь? 10 Botanicals, 40, 0,5.
состав выполнен исключительно в стилистике вырвиглазно. Значит, Джин Грин Бабун Олд Том. Так, гособъем. Вода подготовлена в составе у нас. Спирт люкс. Ароматный спирт джина, в скобочках, можжевельник обыкновенный, шишка ягоды, запятая, кориандр посевной, запятая, плоды шиповника, кардамон, корица, мускатный орех, анис, цветки бузины, ну спасибо, хоть не белины, корень дягеля, эфирное масло апельсиновое и сахарный сироп. Сахарца у нас здесь 0,6 грамм на 100 сантиметров кубических. Здесь выделено разработчики рецептуры ООО «Белуга Брэндс». А изготовляет ООО «Георгиевский», Московская область. Так что вот так вот. Обязательно поделитесь вашим мнением в комментариях, как вам вот эта стилистика вообще Грин Бабуна. Ну, такой вот хайповенько, конечно. Все-таки, мне кажется, он чуть-чуть отдает голубочкам. Только вот интересно, что тогда подкрашивает в составе. Вроде медного купороса нет. Дмитрий, огромная благодарность. Он не жесткий, он не злобный. Нет ощущения, как будто взяли какую-нибудь водяру колодезную, туда кинули ветку, ногой перемешали, добавили цедры. Все как-то достаточно неплохо в этом плане. Попробую под апельсинку. Такая себе идея. Из разряда не повторяйте. Если находитесь в своем уме еще. Гадкая апельсинка попалась, надо ее протолкнуть джинулей. Напишите обязательно в комментариях, кто с какой закуской любит попивать джинчик. Потому что есть разные мнения. Кто-то прям джин там с мясом может порубать, там, с колбаской, с какими-то там вторыми блюдами. Я вот не привык. Водка водкой, но джин для меня это действительно вот накапать и небольшими глоточками вкусить. А чё ж не вкусить-то? Если можно вкусить. Я вот прям не знаю, какой стороной этикетки его лучше поставить в кадр. К лесу передом, жопой к блогеру. Не знаю, лично по мне так дизайн, конечно, несколько неоднозначный. Ну, кому как. А был у меня уже один обзор на бабуна этого, но он был с фруктами. А здесь у нас все-таки более-менее такой, ну, я не скажу, что классический. Классический, наверное, надо воспринимать как вот London Dry джин, который должен быть вообще без сахара, там, не сладкий такой вот. Не нажористый даже, там одна елка практически фуражит, и они со специями. А вот здесь вкус мультиполифоничный, но в хорошем смысле этого слова. Вот и кислиночка, и здесь сладость, вот она мне чем-то вот по первости особенно напомнила такой медочек. А потом уже нет, а потом медочек куда-то ушел. Вот, а так, по мне, в принципе, баланс здесь соблюден, и елочка чувствуется, и все остальное. Вроде как никого не забыли. На дороге. Я сегодня какой-то немножко такой вот сумбурный, шебутной, но не переживайте, ничего хорошего со мной не случилось. Поэтому и рассказываю сбивчиво, как аритмия. Давайте бахнем. Я судорожно ищу, к чему докапываться. Ищу. Ну, к чему-нибудь да докопаюсь, а может и нет. Как всегда, если есть джин, то надо сделать джин с тоником. Где мой смешивательный бокал? Значит, у меня Эвервес Bitter Lemon. Вот почему на обычные вот эти вот все битеры, шмитеры, Эвервесы скидок нет? А постоянно вот лемон по акции. А меня ж тянет всегда к чему-нибудь такому. Поэтому попробуем так. Раз купил, надо попробовать. Тепло-то пошло. Не перцовка, а греет.
Кстати, я думаю, все поставили лайк за мои страдания, труды. Кто не поставил, тому бабайка скажет свое фи. Не, ну, конечно, лайн-то нажористый. Я теперь могу заявить вот уверенно, увесисто, со знанием дела, как прочувствовал уже разнообразные глубины глубин, никогда не берите лимонный битер для смешения коктейля с джином. Не берите вы нахрен его. Вот я каждый раз зарекалась ворона говно клевать, и каждый раз беру этот лимон и постоянно... Что-то джинчика там маловато. Ну, конечно, маловато. Тут все нахрен лимоном забило. Так, ну, конечно же, надо допить. Встречай меня, царство изжоги. Не, в чистом виде гораздо все лучше, эффективнее и интереснее. Так, ну вообще логика вещей говорит о том, что надо идти по итогам. Но я сначала чуть-чуть промочу. И теперь по итогам. Значит, джин Green Baboon Old Tom. Ну, сами знаете, тот самый старый Том. Все его знают. Ценник где купил. Повторяюсь, это посылочка от Дмитрия из Мурманска. Ему, как всегда, нижайший поклон. Большой-большой привет. Вот. Ценник я сегодня посмотрел, ну, на момент записи. Значит, там 450-500, вот так вот. Может быть, где-то чуть подороже. Не самый дешевый джинчик. Значит, где продается? Винлабы, всякие там ленты, перекрестки. Короче, в магазине, что неудивительно. А теперь, наверное, будут самые сложные выводы. Потому что, по мне так, вкус здесь действительно вполне себе неплохой. И, может быть, даже... соблюден некоторый баланс, что часто в джинчиках отсутствует. Здесь и елочка хорошо раскрывается, есть и специи, есть, опять же, вот кислиночка, вспоминаем, что там в составе шиповник, немножко цитруса. Вот. Не противно, не погано, горло не дерет. Мне не нравится, вот, конечно, внешка. Это будет минус. А так, ну, что поделать? Будет... 5 с минусом. 5 с минусом будет. Такие дела, ёпта. А, не, еще к недостаткам я добавлю. Ну, такой себе ароматец. Усредненной скверности. А, ну, мнение только мое, субъективно. Я ни в чем не разбираюсь, никогда не разбирался. Тут пришел погреться. Тепло. Гудрон. Все, всем пока. И, конечно же, до скорого.